безопасно, вы ее поддерживаете. Ну, внизу стоит человек ответственный, который контролирует. Катается только на мягких тюбингах. Все, внизу стоит человек, который контролирует. Да. Ну, хорошо. Это было в социальных сетях много обсуждений про горку, которую в Дальнем уже 6 лет строит предприниматель и, соответственно, оказывает здесь услуги как самозанятый. В принципе, мы не видим в этом ничего плохого, наоборот, даже больше хорошего, потому что это его инициатива, он имеет право, мы даже поддержали его, определили место, где он может этим заниматься. Для того, чтобы совсем выровнять эту ситуацию, мы решили, вот здесь неподалеку, здесь есть хорошее место, вот ближайшая метель, когда будет, подготовим чистый снег и сделаем горку, ледяную горку, она будет немножко поменьше, конечно, но это будет совершенно бесплатная горка, зальем ее льдом, так же, как во многих местах мы это делаем. И, соответственно, те, кто не хочет пользоваться этой горкой, он может воспользоваться той, которая будет рядом, и она будет абсолютно бесплатна.